Партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок», и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Не знаю, как там насчет движения Украины в Европу, но в Азию двигаться тоже интересно, особенно юго-восточную. Именно оттуда к нам пришел новый вид внедорожного автоспорта «Rainforest Challenge». Rainforest Challenge – известная всем любителям внедорожного спорта и одна из самых тяжелых в мире гонка, организованная легендой оффроуда Луисом Ви. Более 20 лет соревнования проходят в джунглях Малайзии в самый разгар сезона дождей, отсюда и название. Состязаться сюда приезжают спортсмены со всей планеты, неспроста RFC считается неофициальным чемпионатом мира по трофи. В Украине впервые прошли соревнования в данном формате и организовал их харьковский «Слива-клуб». Здесь все рассчитано на секунды, то есть в принципе проходится спецучасток от 10 до 15 минут, в среднем 10. И расчет идет, что не там где-то машина может на доезде обогнать или скорость, здесь на логику. То есть экипаж должен подойти и продумать, как ему ехать, где зарекориться, где залебедиться, где может быть поломать вешку, получить пенализацию, но выиграть 5-10 минут. Это все идет на логику, на скорость штурмана, на перецепление и на маневренность водителя. Мероприятие состоялось вблизи города Люботин, его программа была рассчитана на 2 дня. Для меня приключения начались уже по дороге от лагеря до места старта, куда пришлось добираться в кузове грузовика. То есть представление о спецучастках получил заранее. В зоне старта собралась внушительная компания внедорожников разной степени подготовленности. В нашем мероприятии участвуют несколько клубов. Киевляне, Луганск даже приехал наш, Харьковские юнионы, Нева-клуб и один экипаж приехал с Днепропетровска. По степени подготовки автомобили разделены на 3 категории, и к ним еще добавлены багги и квадроциклы. Для каждой категории свои спецучастки. На первый день по 5 таких СУ. Стартовали участники с интервалом в минуту, но на самом деле время старта – это практически формальность. Основной отчет времени идет на спецучастках. В том и необычно с данного вида состязаний, что общее время не влияет на результат. А вот время прохождения каждого СУ очень даже влияет. Спецучастки очень разные, но их объединяет грязь, глубокая вода и узкие места, в которых автомобили очень проблемно развернуться. Самые зрелищные участки, конечно же, те, что предназначены для категории «Хард» – серьезно подготовленных к бездорожью полноприводных машин. Кстати, о зрелищности. Благодаря тому, что все спецучастки первого дня находились в шаговой доступности друг от друга, зрителям было очень удобно наблюдать за борьбой экипажей. И посмотреть было на что. Одной из особенностей нового формата состязания стал контроль времени. Машина въезжает на СУ, пошел отсчет. Машина выходит, отсчет прекращается. Но для того, чтобы судья остановил секундомер, нужно, чтобы весь экипаж был в машине, пристегнут ремнями безопасности, а на трассе не оставалось никаких посторонних деталей. Если потрачено больше 20 минут на один участок, его прохождение не засчитывается. Экипаж получает еще 20 штрафных минут. Сколько на место? 3 секунды!
Похоже, что данный вид соревнований еще больше усложнил работу штурмана в экипаже. Помимо того, что он должен тщательно проверить и просчитать оптимальную траекторию, штурман вынужден все делать чрезвычайно быстро. Прицеплять лебедку, подставлять сентраки, подталкивать машину. Ведь счет идет реально на секунды. Пилоту, понятно, тоже непросто, но бегает он все же меньше. Еще усложнили работу штурманов нововведения, прописанные в регламенте. Например, обязательное использование защиты троса. А также запрет на переступание или касание руками натянутого троса. Но наши нашли выход. Вот штурману экипажа багги полегче, в прямом смысле само транспортное средство, легче толкать его проще. Да застреет такая машинка намного реже. Правда, количество грязи, налипающей на ее экипаже, гораздо больше. Но настоящие чемпионы по количеству налипшего чернозема, конечно же, квадроциклисты. Эти передвигались по двое-трое, командами. Регламент такое вполне допускает. Дело в том, что одному практически невозможно без посторонней помощи пройти все преграды. Квадрик, он хотя и не тяжелый, ну, относительно автомобиля, но на руках из грязевой ловушки его не вынесешь. Тут нужна командная работа. Как уже было сказано, на большинстве спецучастков тяжело приходилось большим внедорожникам. Узость отмеченного ленточками коридора заставляла пилотов ювелирно работать рулем и газом, протискиваясь между плотно стоящими деревьями. А если такая узость еще и с горкой сочеталась, то здорово напрягаться приходилось и машинкам заметно меньше габаритов. Кстати, за порванную ленточку или сбитую вешку ограждения участников ожидало наказание в виде штрафного времени, прибавляемого к времени прохождения спецучастка. Так что вблизи ленточек приходилось удваивать внимание. К удивлению многих, первый этап состязаний прошел довольно быстро. Уже через 5 часов после старта большинство экипажей закончило гонку, пройдя все положенные спецучастки. День второй, к сожалению, мне наблюдать не удалось, но коротенько о нем в видео, снятом официальным представителем RFC для отчета в штаб-квартире мирового чемпионата. А завершился харьковский этап RFC традиционно награждением победителей. Кстати, стараниями слива клуба данный формат получил и официальную поддержку Федерации автоспорта Украины. И запланировано еще несколько этапов. Рекомендую посетить. В минувшие выходные еще одно автоспортивное мероприятие проходило в Харькове. На площадке торгового центра состоялся третий заключительный этап состязаний по автослалому на приз компании «АвтоЭнтерпрайз». Серия соревнований по скоростному маневрированию стартовала еще весной, и в ее заключительном этапе принимало участие 20 экипажей. Уже традиционных разделили по уровню подготовки пилотов. Для профи – категория «Супер», для любителей – «Стрит». Траектории, которые нужно было выписывать участникам на асфальте, также отличались. Для «Стрит» – попроще, для «Супер» – посложнее. А вот автомобили, вернее степень их подготовки к гонкам, никак не влияли на категорию участника. Так, например, чемпион по ралли Александр Вельчинский выступал на обычном «Шевроле», но в категории «Супер». А за рулем серьезно заряженной боевой копейки в категории «Стрит» сидел начинающий пилот. Кстати, по традиции присутствовала еще одна зачетная категория – женская. Среди пилотов серии «АвтоЭнтерпрайз» прекрасная половина человечества занимает отнюдь немалую часть и показывает отличные результаты, не хуже, чем у сильного пола. В этот раз один из женских экипажей вышел на старт не на привычном уже «Трабанте», а на электромобиле, любезно предоставленном титульным спонсором соревнований. Несмотря на непривычное поведение машины, девушки сумели достойно выступить. Кстати, слалом «АвтоЭнтерпрайз» всегда привлекал внимание необычными машинами, участвующими в заездах. Как правило, это электрические автомобили, резво вертящиеся между фишками визжащие шинами.
других звуков они не издают. В этот раз электромобили, конечно же, также выходили на старт, лучше других, что вполне ожидаемо, проходил дистанцию Ростислав Винник за рулем подготовленного Nissan Leaf. Это единственный в Украине, а может и в Европе, специально подготовленный и омологированный электромобиль, допущенный к участию в профессиональных состязаниях. Но настоящей звездой третьего этапа серии AutoEnterprise стала машина с традиционным двигателем внутреннего сгорания – Lotus Evora, за рулем которой дебютировал в славе учредитель компании AutoEnterprise Дмитрий Никонов. Встретить такую машину на обычных дорогах можно крайне редко, уж увидеть ее на трассе слалома вероятность близкая к нулю. И тем не менее, зрителям в этот раз посчастливилось. И пусть впечатляющих результатов дебютант показать не смог, уже само зрелище вертящегося на площадке среднемоторного купе доставило удовольствие как пилотам, так и болельщикам. И, кстати, о результатах. По регламенту участники не имели возможности тренироваться на трассе. Ее можно было изучать исключительно в пешем порядке. Зато в зачет шло лучшее время из трех проездов, а не суммарное время, как обычно бывает. Первый заезд по этой причине был медленным, а к третьему скорость прохождения дистанции существенно возросла. Правда, и ошибки никуда не делись. А за каждую сбитую вешку – штраф. Лучший результат среди профи показал Андрей Яроменко, затративший на всю дистанцию 1:07. Среди любителей лучшее время у Ильи Черняева – 1:03.76. А самой быстрой девушкой на трассе оказалась Виктория Сытникова. В Харькове презентовали очередную автоновинку – Fiat Tipo. В салоне официального дилера компании Авторино прошел день открытых дверей, посвященный итальянскому автомобилю. Концерн Fiat, удачно поглотив Chrysler, вот уже третий год подряд интенсивно обновляет свой модельный ряд. Одним из результатов такого обновления стал совершенно новый Fiat Tipo, уже успевший завоевать популярность в Европе. А по версии международного конкурса AutoBest, эта модель также получила звание «Автомобиль года 2016». Что же так привлекает в итальянской новинке европейских и не только покупателей, ну кроме яркой внешности? Fiat Tipo относится к B-классу, причем к его бюджетному сегменту. Но судя по его размерам и оснащению, автомобиль может претендовать на более высокий статус. Машина не маленькая, что особенно заметно по салону. Его длины вполне хватает, чтобы высокий человек, усевший за таким же сзади, не упирался коленями в спинку переднего сиденья. Плюсом к размеру салона объем багажника. Для седана компакт-класса 520 литров – это весьма немало. Интерьер нового типа соответствует моде. Присутствуют и хорошие материалы обивки, интересный дизайн торпеда и панели приборов. Есть и сенсорный экран медиасистемы. Все как у более дорогих одноклассников. Отдельно стоит отметить удобные сиденья, в которых не устанешь даже после длительной поездки. Что касается техники, то новый типа построен на той же модульной фиатовской платформе, что и модель 500X, но с более простой задней подвеской. И надо признать, эта самая подвеска отлично ведет себя на неровном асфальте. Комплектуется пакетом «Плохие дороги», то есть пружины, стойки, те элементы ходовой части, которыми комплектуется автомобиль, они немножечко отличаются от европейских. Как раз для того, чтобы эксплуатация в наших условиях была более комфортной и безопасной, соответственно. Под капотом типа один из двух бензиновых двигателей 1.4 или 1.6, причем последний комплектуется шестиступенчатым автоматом, что для данного класса редкость. Ну и расход у такого сочетания 1.6 плюс автомат, на удивление небольшой, меньше 8 литров на сотню в городском режиме. Чуть позже будут доступны версии с дизелем, еще более экономичные. Ладный облик, добротные материалы, качественная сборка, интересные опции вплоть до голосового управления аудиосистемы, вместительный багажник. Типа встал на одну ступеньку с лидерами компакт-класса при заметно более доступной цене. Стоимость нового Фиата начинается от 356 тысяч гривен. И поближе познакомиться с итальянским седаном можно в салоне официального дилера компании Авторино на Котлова 29. Заезжайте! Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.